Пожар тушили в Ахтынском районе, на этот раз условные. Там прошли антитеррористические учения. По легенде, бандиты проникли на территорию школы. Захватив в заложники детей, преступники подожгли один из корпусов и ранили охранника. Об этом правоохранительным органам сразу же доложил дежурный школы. На место тут же выезжают две оперативные группы МВД и ФСБ, а также спасатели и бригады скорой помощи. В это же время глава района собрал оперативный штаб. Задача руководителей экстренных служб – освободить заложников. В районе объявили план перехват, сотрудники начали розыск сообщников боевиков. В результате проведенных переговоров удается уговорить боевиков сдать оружие и освободить заложников. Закончились учения подведением итогов и обсуждением хода спецоперации.